Всем привет, это канал Самсонушка Плей, и сегодня мы начинаем играть в Детройт. Игра была выпущена еще, по-моему, в 2018 году, начинаю играть не только сейчас, а почему? А потому. Просто так получилось. Двуликий прям какой-то. Так, это наш герой. Сколько? Красавчик, красавчик. Переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Так, переговорщик. Вообще, где? Нет, кстати, я не могу ее оставить. Как брать-то взаимодействие? А. Так, Джон Филлипс, дата рождения, тра-та-та, Кэролин Филлипс и Эмма Филлипс. Это у нас семья. Так, а что делать-то надо? А, блин, управление какое-то необычное вообще. Так, ну, эта игра, она такая кинематографичная, поэтому здесь, я так понимаю, будет много... Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идёмте. Что вы, так, что вы делаете? Это же не настоящий человек! В смысле? Еще какой настоящий? Ты мой ребенок! Что за дискриминация по... какому-то признаку? Так, блин, какой-то кипиш, прям кипиш. Так, зажмите в рукав, чтобы выразить список задач. Разыскать капитана Алина. Вот это он, по-моему. Тоналин, это вы? Можно с вами пообщаться? Они все долбанулись. Ну это он. Это же он? А. Капитан Алин. Мое имя Конор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Он со мной разговаривает, или он делает, что вместе с ним? Он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Хорошо, мне показалось, что он быканул. Так, да давай имя сначала. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Так, пойди. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Не, ну ты мне помоги, я разберусь. Так, что за вероятность успеха? Почему она такая низкая? 48%, офигеть. Так, разобраться, простишься, спасти заложницу любой ценой. Но нам сначала, я думаю, разобраться нужно. Нужно что-то поизучать, посмотреть, что кого. Так, как это делается? А, все, я научилась. Так, улики, ищем улики. Так, патроны какие-то. Так, мне, надеюсь, не надо это запоминать все. Так, пистолет. Реконструируем. Используйте следующий клавиш, чтобы просмотреть данные о конструкции. Так. Фига себе. Так, стоп. Что надо? Девиан взял пистолет отца семьи. Так, хорошо, он вооружен. Что дальше? Что можно еще узнать? Я-то поняла, что мне надо сделать. Я хочу сначала... Так, вероятность успеха 51, уже побольше. Было 48. 48 низко. Я хочу 100%. Я хочу всех спасти. Осмотреть комнату заложниц. Да, давай посмотрим. Так, подожди. Это планшет. Видео на ютубчике смотрю. Да, давай посмотрим, что смотрели. А, это вот ее как раз тот, кто ее схватил. Даниэль. Какие милахи. Так, отлично. Мы знаем имя, мы знаем, что у него пистолет. Так, вы разблокировали диалог или действие. Это нередко бывает полезно. Супер. Так, музыка. Слушаем. Ой.
Ребенок не слышал выстрелов. Так, сколько у нас? 50? Так, 60. Ну, маловато, маловато. Надо хотя бы, я не знаю, может быть, до 80 с лишним. Блин, а если я сейчас буду долго ходить, что-то может произойти плохое, интересно? Или я могу тут до Талова ходить? Так, ребят, подождите немножечко. Сейчас я это поисследую еще маленечко. Пожалуйста, ладно, не торопитесь. Тут что-то, экран разбитый. Так, тихо. Подождите. Что так быстро? Тихо, тихо, сейчас я все изучу. Так, улики, улики. Так, погибший Джон Филлипс. Это отец. Отец, отец. Так. Но это я уже все нашла. Вот еще пулевая. Пулевое ранение, калибр. Но это он его пристрелил, это очевидно. Два раза выстрелил, да? Перфорация левой почки. Куда еще? Что там? Три раза выстрелил. Признание нижней доли легкого, внутреннее кровотечение. Смотрим. Так, вот он стоит такой. Такой. А, он сидел еще и за спиной. Сидел, что-то смотрел. Так, а, отмотайте. Ага. Ничего себе. Так, стоп, реконструкция не завершена. А что мне еще сделать-то? А, камеру надо. Все, я поняла. Так, подождите. А что мотать-то как? А. Ну, я то же самое и видел, что-то изменилось, не знаю. 61 на 1%? Это что так мало? Че, столько всего зареконструировал. Так, скрывай. Девианта собирались заменить. Ага, он что, обиделся, что ли? Так, вы разблокировали. Блин, я не успела посмотреть. Так, минуту. Мне кажется, громковато, нет? Сейчас, минуточку. Громкость. Давайте немножко, немножко потише. Да, все. Ну, подождите, подождите, дайте я еще смотрюсь немножечко. Что смотреть-то? Нечего смотреть. Ну, статуя. Может быть, что-то еще есть. Так, еще труп. Его не могу? А, могу. Так, сотрудник полиции первым прибыл на вызов. Мальчишки всех переубивал. Он что? Маньяк какой. Так, пулевое ранение. Так, погибший Энтони Декарт. Что еще можем посмотреть? Так, руки. Ага. Так, пороховой след. Давай посмотрим. Так, вот он встал. Заложница стала свидетелем перестрелки. Это плохо. Полицейский выстрелил девианта. Прям при девочке. Угу. Оружие найдено. Все, выходим. Так, ну это оружие... Так, 70%. Мало, мало, мало. Нужно больше. Журнальчик какой-то. Так, ну вы выключите плиту-то. Там что, кипит уже, молоко бежало. Ё-моё, блин, столько мужиков в доме, никто ничего не может сделать. Еще обзывается. Уже больше часа ребёнка удерживают. Так. Выключи. Давай выключим, конечно. Они же все, никто не может, да, подойти. Как это выключить? Все. Семья собиралась поужинать. Живой, живой. Блин, ну мне мало, 70%. Это очень мало. Очень большой риск, что кто-то пострадает. Нельзя тут еще что-нибудь посмотреть. Давайте спальню. Вот спальню вроде. А, я же здесь была. Я что-то ничего тут не торкала, не видела. А где вот мать? А, мать-то убежала точно. А, ну не-не-не, я здесь все посмотрела. Идем. Сейчас.
Так, ну, похоже, это максимум, который можешь собрать. Так, а, давайте вот еще вот мы сюда не ходили. Да, еще есть. Главное, чтобы мне время дали, а то, блин, сейчас будет офигенно, что я тут хожу, брожу, собираю, сейчас их просто пристрелят обоих, там и все. Не знаю. Че, все? Нет? Че-то? Че, она закрылась? Подожди-ка. О, ты как, друг? Не смертельная рана, ничего, жить будешь. Сиди, отдыхай. Так, присмотреть. Так, давай. Рыбёха. Лялиус. Знаю такую рыбёшечку. Стоп, нет! Спасти, конечно. Ты чё? Он какой-то большой. Лялиус, они обычно такие вот. Такие манюсечки. Это какой-то огромный. Ну вот, вот маленький. Вот это Лялиус, да. Так, программный сбой. А чё происходит-то? Могу в аквариум посмотреть, чё? Все меня подождут, я тут посижу, посмотрю. Так, я походу доигралась, да? Какого хрена ты делаешь? Ты будешь говорить или как? Ну я, наверное, рыбку спасала, хотела посмотреть. Ладно, все, я иду, иду. Блин, ну 70% это вообще не серьезно. Мы сейчас попробуем договориться. Эй, а чё? Чё так сразу-то? Назад! Так, не подходи, не то я прыгну! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить! Ой-ой-ой! 51%? А что так мало-то? Так, я могу подойти? Медленно подойти. Блин, я не знаю. Успокоим давай сначала. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим. И найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Чё поздно-то? Эмма и ты. Давай, Эмма и ты. Мы с Эммой были очень близки, я знаю. Так, смотри, вот ты на этот красный. Ты думаешь, что тебя фигурок? Предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. Так, желтеет, желтеет. Успокаивайся. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет. Так, ну девочку не обижаю, ну ё-моё. Так, обвинение, неисправность, возможная причина, ну давай. Тебя иди. Хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушкой, которую можно выбросить, когда доест. Так, по-моему, он начинает злиться. Обвинение, сочувствие, неисправность. Давай посочувствуем, наверное. Слушай. Ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил их, понимаешь? Так. Но для них я был никем. Блин, ну что ты... Лишь бы исправно выполнял свои функции. Успокаивайся обратно. Так, блин. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Да, все, проваливайте отсюда, да. Все, ситуация под контролем. Все под контролем, ребят. Я разберусь. Вот! Я выполнил. О, 90%. Что значит последний довериться? Два! Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Так, блин, у меня нету первого варианта! Компромисс! Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка! И я обещаю, тебя пощадят! Я не открыла первый. Я не первый хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Блин, а ладно. Где же я упустила? Я поверю. Все, давай, опускай. Блин, ну девочку жалко.
потому что я не открыла первый вариант. Блин. А я не знаю, о чем мне еще надо было сделать. Я что-то не нашла. Ты солгал мне, Коннор. Прости. Ты солгал мне. Сорянчик. Блин, ну так-то с другой стороны он столько дел наворотил, столько их людей убил, как бы... Ну, задание выполнил. Уже неплохо. А, ну он живой. Все, он стоит нормально. Да, интересно. Так. Это схема сцены. Здесь вы можете просмотреть выбранные вами пути, открытые возможности и доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе дополнительно. В силу специфики игры не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. Это логично. Так, блин, у меня... Ну, это не самая плохая концовка, я так понимаю. Так, как двигать? Солгать? Я не лгала ему. Когда ему... А когда я ему солгала, я чуть не поняла. Эй. Эй. Вы чё? Так, дружеский подход. Это звать вертолет. Так, я не поняла. Я не поняла, почему. Ладно. Ну, я ему не врала. А, это может быть, где было успокоить, там сказать правду, что такое. Чё происходит? Прозагрузка сцены, что ли? А, это моя загрузка. На сегодня самая лучшая такая девочка этого хозяйства. Готовит 10 тысяч плюс. Ну, Зои, пойдем. В 200 языках идеально выдачивать. И помогает. Так, что я буду покупать? С первого класса Ром? До что? Университета. Или... Вау. Стоп. Или это меня будут покупать? Эй. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Так, стоп. Сейчас на эту модель действует... Блин, ну это я, да? 7 меня продают? А что сделал-то? Процентная рассрочка на 4 года. Это делает любую работу по дому. Следит за садом. Так, а что мне? Блин, как отсюда выйти-то? Можно встать? Можно уйти отсюда? Идемте со мной, я оформлю заказ. Блин, жутко. Ну, как будто реально люди стоят. Типа людей продают. Вообще жесть. Выглядит как-то это. Ну, жутковато. Фига, какой красавчик сам стоит. Вот она. Кто она? Ну, конечно, задали вы нам работу. Вы чё? Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. Ага. Ясно. Ну, конечно. Короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Как будто это было запланировано. Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Так, как меня зовут? Кэра. Кэра? Мое имя Кэра. Че, какое имя отстойное? Можно было там... Габриэл. Кэра. Так, это мы домой едем, да? Не знаю, я что-то не верю ему, то, что... Что-то там на дороге произошло. Не знаю уж, что он со мной там делал, но, видимо, что-то неприятное. Может быть, даже незаконное. Вот он, мир будущего у нас. Они, интересно, потом восстанут, эти дроиды, или что с ними? Они же должны как-то эволюционировать все равно. Там искусственный интеллект, еще что-то. Так, мы где живем? Где-нибудь за городом? Ну, чел этот не похож на человека, у которого есть деньги на андроиды, если честно. Либо они настолько теперь доступны, что ну, вообще любая семья может себе позволить. Вот как раньше с компьютерами было, да? То, что комп далеко не в каждой семье был, а сейчас вообще почти... Хотя вот сейчас уже время, что далеко не каждый может себе позволить компьютер. Дорого, видюхи очень дорого, все дорого. I lost my job because... Короче, потерял работу, потому что вот эти вот андроиды появились.
Блин, ну хочешь жить, умей вертеться. Что я могу сказать? Тут наверняка эти андроиды всякую такую простую работку выполняют, где думать не надо. Written and directed by David Keig. Так, 5 ноября 2038 год. О, мы уже... Так, стоп, а где наша девочка? Это же кто-то другой? Ну, вон они что-то... Ой, какие глаза у него красивые. Так, у нас получается 3 персонажа, как минимум. Добраться до магазина... Краски белины. Так, ну пойдем доберемся. Давайте немножко осмотримся, что тут есть. Я могу выйти сюда? Нифига не пускает. Тут открытого мира нет, что ли? Все супер линейное. Привет. Бомж какой-то. Вообще ни лево, ни вправо не могу. А, нет, могу. Ой. Краски белины в другой стороне. Ладно, понятно. До цели осталось еще 5. Нифига себе. Ну что, в тетку врезался? Блин, аккуратный. Get yours today. Так, а, нифига. Все. Можно, да? Зеленый. Так, нажмите, чтобы использовать GPS. 62 метра. А что такое? Остановка для андроидов? Прикольно. Стоят такие. Ждут. Так, сейчас, минутку. Как будто качество какое-то фиговое, да? Или мне кажется, как будто все какое-то замазанное. Где тут качество, график высокое? Ну-ка, ультра попробуем. Да, давайте попробуем. Еще нет-то. Должен выдержать. Все, немножко получше. Все, послушаем. Ну, какой толстячок. Ой. Чисто ребята, наверное, питаются одними гамбургерами, мне кажется. А куда идти-то? Туда? Что за чел? Занять наше место. Сказано в Писании. Сделаем засаду для убийства. Угу. Подстережем непорочного без вины. Господь. Короче, понятно, он против... А, ну вон, да, бэн андроид. Забанить, говорит, нас надо. Чисто купила себе, чтобы я ходил, сумочку носил, блин, удобно. А чё, прекрасный мужик, не ноет, молчит, выполняет полностью все твои приказы. Ходит, когда надо, спросишь, совета даст. Великолепный просто. Просто великолепный. Так, куда? Все, мы дошли уже. Вот он, да. Color Science. Что тут продают? Просто краски, что ли? Открывай. Не стесняйся, заходи. Ой, прикольные, какие красивые краски. Так, присоединиться куда? Идентификация успешна. Угу. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Да, подтверждаю, конечно. Ой. Платеж подтвержден. Нифига себе, как удобно. Транзакция выполнена. Блин, вот это вот... Что-то вот так вот надо повернуть, крутануть, что-то в полукруг, в полушаг. Так, заберите заказ, вернуться домой на автобусе, говорят нам. Блин, прикольно. А что за краски-то? Это... Ну, просто как бы художественный магазин, что ли? Какие-то они интересные. Или что, как будто свечки. Блин, прикольно, красиво. Красиво, очень красиво. Так, ну поехали. Сейчас, наверное, с остальными в очередь стану на остановке. Так, используйте следующую клавишу для переключения ракурса камеры. Ух ты, удобно. Ну пойдем.
Но автобусная остановка нам вон там была. Мы ее проходили, да? Нет? Чего не показывают? Куда? Дойти-то. Подождите. Подождите. Ну, по-моему, туда. Ну, я только там видела автобус. Там больше не будет. Блядь, что-то... Куда нас попало? А, ну вот, что-то нет? Или это зарядная станция какая-то? Что это такое? Так, 52 метра. Да, вот она. Или что такое? Или нас отсюда забирают? Я что-то не поняла. Ну, паркинг, по-моему, да? Андроид темперпа... А, нет, стоп! А-а-а, здесь можно... Так, стоп, парковочная служба. Можно меня запарковать? Или что это такое? Или я тут могу андроида своего оставить, просто пойти по делам погулять? Так, наверное. Ну, там какие-то... Что-то бастуют. Рабочие места! Все новые андроиды! Ой. Я, наверное, туда пошла. Далеко собрался, жестянка. Я домой, а? На автобусе. Можно, да, я пройду? Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Ай, блин, чё за дела? Смотри на этого говнюка. Работу увёл, а пальцем тронь посыпался. Нормально вообще. Ну-ка, вставай. Вставай. Ну чё, офигеть, что ли? Ну, мне вообще-то не больно. Может, и мне бить. Но и мы будем вставать, мы гордые андроиды. Давай, поднимайся. Давай. Ты отсюда не уйдешь. Мы тебя сейчас порвем, как грелку. Ну давай. Давай. Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Ну что, угроза? Повредите, будете платить штраф. Так-то да. А денежки у тебя есть? Когда заберут и твою работу. Посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Ну все, люди на взводе, конечно. Так, вот мой автобус, да? Вот вечно, а, плохом танцор, как говорится. Эй, а. Стоп, а, вот так. Все, я стою. Стою покорно, жду свой автобус. Блин, глаза у него вообще офигенные. Не знаю, мне очень нравится. Я не очень люблю вот эти вот, ну, стандартные голубые, там, карие, там, зеленые, серые, прикольно. Все, войти, конечно, пойдем. У нас, типа, специальный автобус прям. Прикольно. А, не, мы в загоне, правда. Удобно, конечно. Типа вы отброс общества, сидите там, вот, внизу, вот там, в конце параши. А нормальные пацаны будут спереди ехать. Ну хорошо. Да нет, так на самом деле удобно. Ты их там, чё, андроидам-то им пофигу, их как селёдочек сложил там сзади. Они там стоят, трясутся немножечко, трутся друг от друга, ничего страшного. Так, оттенки цветов. У меня тут вроде все хорошо прошло. Что я тут могла еще сделать? Так, послушай, музыканта послушала. Что-то тут могла сделать, тут что-то могла. Но это надо было по улице шарахаться, я поняла. Посмотреть на проповедника. Так, а нам нужно было что-то еще, что-то, да, с ним сделать? Ладно. Цель-то мы выполнили. Так, 5 ноября, ну, по-моему, тоже день. А, все, девочки вернулись. Ну, как я и говорила, райончик у нас так себе будет. И вот у него есть деньги на андроида, а на новый дом нет. На, как-то странно. Я не хочу никуда с ним идти. Вообще он похож на какого-то маньяка, сейчас. Не знаю, зачем ему такая вот девочка милая. Так, меняю. Подойдите к Тоду. Я не хочу к нему подходить. А можно не подходить? Можно я пойду? Я что-то вот не знаю даже, идти к тебе или нет. Ты мне вообще не нравишься. Ну, ладно, ты. О, пивасик по всей квартире. Ну все, все, все понятно. Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Все, что я люблю. Чтоб ее, куда опять подевалась, мерзавка? Алиса! Алиса!
А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. А ты чем будешь заниматься? Ясно? Нормально он распределил. Начинай тут, потом второй этаж. Так. Зажмите следующую клавишу для сканирования окружения. Давай просканируем, что за жесть. Так, собрать мусор, посуду, включить пылесос, смотреть задний двор. Нормально мне делов подкинули. Только пришла, блин, только включили меня. Уже убирайся. Вот свинья, а. Чё, посуду не мог с собой помыть, что ли? Так, вымыть посуду. Так, с ребенком могу разговаривать? Да. Ага, как будто не хочется. Так, куда тут? Где мусор? Может. Музыка такая грустная ещё. Это смотря, что надо. Так, о, сюда, да? Да. Давай, складывай. Сканируй. Так, посудомоечная машина не работает. Куда? Отсутствует деталь. Я достану. Нифига, блин. Уже все заказал. Умница, какая умница. Умница, разумница. А куда? Руками, да, что ли, мыть? В самом месте, давай. Ну ладно, чё. Ага. Симулятор уборки, короче, начался. Давай. Вот. Телевизор. Всё. Блин, да сколько посуды-то? Охренеть. Ему надо купить две тарелки, он пусть из одной жрет. Или этот лайфхак. Полиэтиленовым пакетом обматываешь, накладываешь еду, потом выкидываешь все. Ну, малышка явно со мной поговорить хочет. Мы к ней подойдем потом. Убраться надо сначала. Сначала уборка, потом все остальные дела. Давай, намывай. Ворд какой-то ел, что ли? Жирафик. Кэра! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Ты чё, охренел? Жопу поднял свою и сам взял. Понятно тебе, будет он мне тут указывать. То посуд помой, то, блин, мусор вынеси. У тебя, блин, посудомоечная машина не работает. Мы как, руками мыть? Да хватит уже тут маячить! Простите, этого больше не повторится. Ты чё его потакаешь? Ты чё орёшь на меня, урод? Запрещено, ты смотришь телевизор? Да похрен мне вообще, что он смотрит. Заблокировал меня, офигеть. Что за дела? Малыш, давай поболтаем пока. Пошел он в жопу, подождет пиво его. Ну, привет. Милая игрушка. Как ее имя? Что-то она вообще общаться не хочет. Что-то прям совсем. Конечно, блин, с таким папаней жить. Пиво, говорит, принеси. Я не буду ему принести пиво. Я буду, блин, другими делами заниматься. Мне сказала убираться. Сначала уборка, потом пиво. Все по-честному? Все по-честному. Что там нам надо сделать? Принести пиво? Да нет, обойдется. Не буду я ему пиво. Пусть сидит, ждет, смотрит свои футболы. Пока на улицу пойдем. Нет? Нельзя? Да. Вот ж собака, а. Так вынуждает. Ну ладно. Хорошо, давай. На, подавись. А спасибо не хочешь сказать? Не буду это хакить. Офигеть, у него срач. Так, собрать мусор казин. Давай, собирай, раз уж начала. А чё? Чё не берешь? Блин, не пускает и все. Ты смотри, а. Такси, бизнес-класс. Тут убираться-то, блин, не знаю. Не было 2 недели, засрали, как будто меня 3 месяца не было, наверное. Давай, берем. А, прям к столу, да? Пойдем. Убрать журнальный столик. Пипец, ходишь, тут за него все делаешь. Нормально, он, наверное, всю жизнь копил на меня. Мечта была просто. Покупки. Лучшая покупка за жизнь. Что там ребенок? Ребенок сидит, что-то. Тут надо, да? Да, давай. Лапшу какую-то жрал. Но пива очень много, он явно алкаш.
Сигарет еще дома, что ли, курит? Все, давай. Пицца, ничего не готовил. Ребенка чем кормит? У нее язва, наверное, в желудке. Так, питаться-то. Так, все, мусор я собрала, я молодец. Да? Нет? Еще не все. Так, вынести мусор. Ну, пойдем вынесем, что. Что там? Инвойсы какие-то, кредит-карты. Он меня в кредит купил. Супер просто. Кредитный робот. Может, сбежать можно пока? Пока он не видит. Блин. Я что-то вообще... Я не знаю, что за управление такое. Так, срочные поручения. Я все сделал. Что там осталось там? Там завод какой-то. A better place to life. Build North Corton. Короче, что-то строят. Дом, да, дома, наверное, какие-то. Могу уйти. Пойдем погуляем, возьмем попутку. Еще я тут... Ясно. Заберите меня, пожалуйста. Ладно, ладно, что жалуюсь. Дом есть, деньги платят, надеюсь. Уже хорошо. Что осталось? Что за херня-то? Чё, буянь что-то. Малыш, давай с тобой поговорим. Будем общаться, нет? Блин, ну девчонка что-то не то. Чё она молчит постоянно? Мне наверх надо идти, да? Закончить дела. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Чё у него в руке было? Наркотики, что ли, какие? Он еще и траву курит, что ли? Ё-моё, вот это папаня у тебя. Да. Ну как с ней живет-то? Они как вообще выжили 2 недели без меня? Вообще не понимаю. Какие звуки такие? Ну там точно траву курит. Да. Ну банки-то уж могли бы расставить, я не знаю. Блин, ну реально симулятор уборки. В корзинку, да, вот так вот. Чё тут еще надо? Чё убрать? Зеркало помыть надо? Или в себе? Могу посмотреть? Вообще красотка. Красотка. Тут, наверное, всё... А, нет, что-то... А, полы помыть. Давай. Утро начинается не с кофе, да? Блин, ну так-то это крутая покупка, на самом деле. Я бы тоже, наверное, купила себя. Так, ты чё, у тебя сколько времени сразу экономится, да? Убираться не надо, готовить, мне кажется, он тоже умеет. Заказывать всякие нужные вещи. Так, забрать кровать, проверить там что-то. Давай, что там, мне домик свой, вот смотри. Не могу залезть. Что там? Шкатулка какая-то. Угу. Закрыто. Закрыто. На обоих рисует. Ну я не убил еще за это. Такой батя. О, смотри, это кошечка, такса. Бабочка, солнышко, бабочка, девочка, птички. А бати нет. А бати не нарисовал. Давай застелим. Белье какое-то грязное, старое. А, ну хотя нет, просто нормально. Вроде такая миленькая комната, но этот, конечно, дом очень стар. Видно прям. Он уже прям весь ободранный такой. Так, мы что-то открыли. Вы разблокировали диалог или действие? Хорошо. Так, я могу туда залезть? Не могу. Вообще никак. Тут как будто бы все, да? Так, вы убрались в комнате Алисы, убрать в комнату Тодда еще. Блин, кажется, как будто что-то есть, нет? Ключ надо найти, вот эту ее шкатулки. Я же ее так не открою. Так, ванны мы убрались. Так, эту комнату ее нет? Нет, вот походу. Батюшки, гитарист еще.
Ничего себе. Акул какие-то. А, ну это хоккейная, наверное. Что там? Давай почитаем, что он там. Так, Android Quarterback. Легкий бросок. Интервью с известным баскетболистом Гэри Гибсоном. Так. До сих пор американский футбол противился внедрению андроидов в спорт. В высшей лиге по-прежнему играют только команды, набранные из людей. Но в скором времени ситуация может измениться. На днях компания CyberLife представила техническую демо-версию QB-1000 андроида-квотербека, способного забросить мяч из одной очковой зоны в другую и попасть в цель диаметром в 6 дюймов. Программа этой модели включает в себя более 1500 игровых маневров, от классики вроде бутлег и из рук в руки, до специализированных тактических схем, и все их можно адаптировать в реальном времени. Слушайте, ну это какая-то фигня. Это какая-то фигня. Ну типа, а в чем смысл тогда этого спорта? В чем смысл играть вообще? Ну, вы как бы их... Окей, вы создали этих андроидов для выполнения определенных функций. Но спорт, спорт, это же, это людское дело. Не знаю, я против этой фигни. Это не ок. Ну, типа, смысл соревноваться с роботом? Он тебя 100% выиграет. Он лучше тебя. Он выносливый тебя. Он вообще не знает, что такое усталость. Так, антидепрессант. Содержит тианоптин, риск нарушения поведения. Пипец, мы и таблеточки пьем, и оружие у нас есть, и наркотики употребляем, и пиво пьем. Короче, все, что можно делает. Чего нельзя. Чего не надо делать. Ну все, я там с уборкой-то закончила. Нет, я что-то устала уже убираться. Это ужас какой-то. Так, все, Киндер пошел в комнату. Сейчас мы пойдем за ней. Что тут еще? Включить? Зачем? Зачем включать? Интересно. По данным Министерства труда, в октябре работы лишились еще 225 тысяч наших. Ага. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода CyberLife в Милуоке. Президент в очередной... Еще, да, будут делать роботов? Так, ну все, надеюсь, это последний, нет? А, он еще и тут бухает. Бедная девчонка. Ну, у него самая свинячая комната, конечно. До этого не так все плохо было. Все, вот все прям блестит идеально. А, блин, нет. Еще не до конца. Ой. Упс. Давай возьмем. Что там интересного? Прочитаешь, нет? Эй! Чё за секретики у нас с тобой? Так, проветрить комнату. Давай проветрим. Эй, shift нажала. Всё. Да воняй. Вон чё это, вот кроссовки грязные какие-то валяются. Их нельзя выкинуть. Всё? Да, я убралась поговорить с Алисой. Пойдём, конечно, я и собирался поговорить. Здоровье. Ну и быдлан. Чё, мне же говно за ним убирать? Я этого не хотела. Я не просила ее там убирать. Ой, нам сюда. Закрылась маленькая. Сейчас мы зайдем к тебе. Хм. Блин, кайфовый домик у нее. Идем, идем, поговорим. Изложить факторы, дружелюбный качество. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Ну, какая-то грустная. Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Блин, про маму я что-то буду спрашивать. Имя. Кэра. Красивая. А почему такое? Еще я достала.
Ты от меня задолбал уже. А, нет? О! Она мне ключ дала, что ли? Да. Да? Да. Ну все, мы с ней сблизились. Мы теперь с ней подружки. Подружки на века. ЛП. Идем посмотрим, что там. Но про маму как-то я что-то не хотела спрашивать. Явно тут что-то, ну... Либо она ушла, либо она умерла. И спрашивать у ребенка что-то как-то не очень хочется. Лишний раз нервировать. Клевер. Четырехлестный. О, ну вот они типа, да? Батя, мама и она. Это я, что ли? А, нет, это она и батя, злой батя. А, вон я. Вон я, смотри. Батя меня бьет. Батя меня сломал. И девочка плакала. Вот и все. Под машин попал. Я так и знала. Вот все, девчонка-то мне и рассказала. Сдала его с потрохами. А я за ним посуду убирал. Толчок ему мыла, между прочим. А он меня избил. Дай мне получить новую... А замечательная жизнь. Закончила с уборкой. Следующее задание. Получить указания новые. Конечно, давай еще. Мне же мало. Мне же нечем больше заняться в этой жизни. Чего делаешь? Я играю. Играешь. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? Ну да. А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. Угу. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Ну не обижай ребенка, поставь на место. Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Ну ладно, короче, видимо, мамка умерла, и все у них грустно. У обоих. Так, новый дом. 75% завершено. А чё? Чё не сделала? Так, тут все. Сейчас, подожди, дайте мне пролистать. Я хотела пролистать. Почему? Почему она ушла дальше? Все, красавчик мой вернулся. Ух ты, нифига себе, это я тут живу. Ну, покруче, чем в прошлом доме-то. Добро пожаловать, мальчик. Добро пожаловать, спасибо. Блин, классный дом. Положи заказ. Так, ну, я думаю, на этом моменте можем закончить. Игра мне пока очень нравится. Ну, я чувствую, я тут опять буду реветь. Скорее всего, потому что даже предыдущая сцена, она была такая очень... сильная и сентиментальная. Ну, в общем, посмотрим, что там дальше. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и всем пока.